Доброго времени суток, уважаемые зрители, и сегодня мы продолжаем наш летсплей «Кругосветное путешествие». В общем, мы собрались на поляне, я тут накрыл вот такую вот фигню, и, короче, мы тут пьем воду. Очень старался. Да, всем привет, ребята, и сегодня с нами кто? Фиви. Да. Я Фиви. Фиви. Привет. Он Фиви, ребят. Да. Подписываемся на его канал. На его канал. Петя такой, подписываемся на канал Пети, да? Да. Все, и пока. Короче, все прямо сейчас вот открыли наши каналы и подписались. Молодец. Ладно, ребят, давайте сначала. Не, я не заставляю, на самом деле. Сделаем что-нибудь такое, чтобы они действительно. Да, ребят. Да, ребята. Короче, побежали вот вниз, сюда. Побежали в шахту. Уже в шахту собрались. Я возьму лоток. Нифига, Петя, нифига ты какой везучий. Да я знаю, мне там было 2 спаунера, мне знаешь сколько пауки убивали? Петя, я у тебя рельсы натырили, ты не против? Это лучше не выкапывать, да, вы удачу это будете копать. Да-да-да, именно на удачу я оставлю. Хочу на удачу шарты, я оставляю. Так, я за Петей тогда пошел. Ну, беги. С рельсами упражнения. Короче, смотри, тут такая тема, смотри. Смотри, какая тут тема. Я тут сгорел даже раз, на меня зомбарь сверху пошел. Давай помогу еще раз. Закрываем, нет? Конечно же закрываем. Я же думал, ты хотел прыгнуть. Ребят, это капец. Что? Ну я тут лава, я ее рельсами удерживаю. Да, это как кувшинку. Да, тут вообще пипец. Ты меня залить решил, да? Да. Я пожалуй, к вою пойду. Тут как бы... Пипец как бы. Ё-моё, а. Да как Титаник. Как бы это залепить? Сам начал, сам закрывай с этим. Фух, я Чак Норрис, блин. Я к лаве подошёл. Иди оттуда, выйди. Ребят, что у вас там происходит? Да у нас лава. Я булыжник один поставил, и Петю чуть лавы не залило. Меня поставил. Это я поставил под себя буду. Так, ребят, я бы хотел вас найти все-таки в этом где? Да, ну мы на самом последнем уровне были. О, Вов, я тебя, кстати, вижу. Ты нет или не ты? Нет, это все Петя. Ладно, я тогда руды всякие копаю. Петя везде. Я тут руды твои выкапываю, кроме, естественно, этих таункрафтовских. Да. Так. Тут железо дофига, кстати. Так, я где-то еще железо видел. Нет, потерял. Ладно. Ребят, мне пофигу, я сюда не пойду, наверное. Я тут просто что так вот такое? Оставлю. Знаешь, я так это... Мне там сказали, что типа мы тут на последнем уровне были. Я такой... Я не знаю, почему мне эта мысль в голову пришла. Я думаю, так там пещерные шипохвостики, опасно. Молодец, красавчик, просто. Слушай... Да я не знаю, как-то дивайн вспомнился. Нитки мне... нужны, нет? Нитки? Да давай, тащим. Да все нужно. Нужно. Тащим, все тащим, всех тащим. Тащим, короче, ребят, подождите. Ну, пока не всех. Мы пройдемся по этой шахте, да, как я понял? Да. Ну да. Ну ладно, мы еще, короче, пройдемся по одному месту, куда я хочу. Окей. Так. Таункрафтовская. Кстати, ты заметил, что руда Таункрафт очень похожа на каком-то плане индастриал руду? Нет. Не заметил, но, если не честно. Но у меня тут Энгри зомби-житель в золотой броне светится, бегает. Энгри зомби-житель. Я имел в виду цинебаровскую руду. Там есть красная в Таункрафте. О, кстати говоря, привет, Петя. Где? Там зомбарский этот, спаунер. О, бей. Спаунер это клёво. Бей этих, я подсвечаю. Подсвечаю. Это кто меня сейчас так ударил? Не понял. Ребят, кстати говоря, вы, наверное, по воде заметили, что у меня другие стоят шейдеры. Вот, да. Я их обязательно выложу. Ссылочка будет у меня на сайте в разделе «Файлы». Вот. И они уже будут в сборке, то есть я перезалью сборку. Бери седло, у меня место. Вот, они... Ух ты, вообще, я бери все. Переседла. Вообще, бери все. Да я все. Слушай, а ведь это круто, ты поднялся на 30 уровень и сделал себе броню лучше, чем алмазную из костей, потому что здесь костная руда. Класс.
Костная руда. Это не костная руда. Это короче, этот... Это... А кто железо выбросил? Так, я, ребята, это вы я, координаты можете сказать? Мы... А, вот, вижу. Все вижу, вижу, вижу. За вами сейчас. Вот, так, значит, ребят... Просто из нее иногда кости дробятся, но вообще... Это руда, из которой добываются останки динозавров, и потом можно себе динозавра вырастить. Да, и они подерутся потом. Ну да, можно, можно вырастить двух динозавров, открыть между ними короче, дверь, это... и они будут устроить батл, будут грызть, короче, друг друга. Это круто. Это печально, на самом деле. А что за мод, не в курсе? Археология. Археология. Если тебе надо, я тебе потом скину. Честно скажу, и вот если бы археология, вот этот мод был развит как в Форесте, потому что все мы знаем, что Форест очень интересный мод в плане развития, то есть изучения. Вот если бы эта археология так была бы интересна, то есть надо было делать палку археолога, чуть типа этого, знаешь, там... Так тут есть ну, то есть как в Таункрафте, короче, долго разрабатывать, да? Да-да-да-да-да, вот было бы очень круто. Я так понимаю, этот мод начинающий, поэтому здесь не особо много всего, да? Не, ну как бы там есть, я вчера лазил. Не сильно начинающий. В креативе, там как бы много всего. Там дофига всего на самом деле. Там куча всяких механизмов, через которые нужно еще добывать все эти ДНК, там вообще пипец. То есть все это есть, да? Я так понимаю. Да, это окей. Есть. Ух ты, слушай, да, пауки есть. Пещерные, какой-то странные текстуры ты мне скинул тут эти шейдеры. Они, да-да-да, я заметил, у них глаз немножко светится у всех. Да, они вообще какие-то удолбанные. Слушай, тут спавнер этих пауков, видимо, ну капец, я надеюсь, что я не умру, но у меня уже хп осталось. Ой, ломай спавнер. Ай-яй-яй-яй, я упал, ой, блин, это я тебя чуть не ударил. О, это было круто, я бежим, смотрю, паучий глаз, наверх, думал, бежим. От Вовы выпал глаз, все, каюк Вове. О, слушайте, пошли. А я в другую сторону пошел, тут вагонетка с сундуком пустая. Ага. Ой, давай я помогу. Ау. Ладно, я пока рельсы покопаю, вы там с пауками разбираетесь. Надо молоко, короче, брать, чувак. Да-да-да, молоко надо было брать знаешь куда? У нас коров нету. У меня в этом, в индустриальном приключении нужно было молоко брать. Правильно, Петя, коров мы всех убили, ну да, на шкурочку. Коров нету. Коров, точнее, не мы убили, а тут убивают их просто. Да мне это кажется, я их коровы, всех убил, знаешь, Петя. У меня такое чувство, что Майнкрафт корову выделяет, как и индейцы, ой, индусы. Что? То есть она здесь что? Очень важна, ты не заметил? Выделяет. Выделяет. Ну, посмотри, во-первых, знаешь, из них книжки знаешь, делаются. Знаешь, есть такая шутка, что это, типа, как же это называется-то? Короче, когда код написан, знаешь, вот программный код, когда написан очень сложно, со всякими глюками, то есть... не коротко нормально, как бы должна быть программа написана, вот, то что-то какая-то тема есть у программистов, шутка на эту тему, что типа индусы писали код. Вот, потому что там было что-то с Microsoft и индусами связанное, вот. Да. И вот, короче, может быть, в Моджанге тоже есть индусы? Может, это ночь? Может быть, кстати, они же не... Может, это ночь? Замечательно. А нет, джеб. Джеб, а у джеба розовая клава. Да. Крипер. Да не, просто было видео от Моджанга, где у них там в офисе, у Джеба была розовая клава. Я так ржал. Я думаю, не стоит это, нас забанят. Да и кто нас забанит, Джеб? Сам Джеб. Ребята, вы не туда попали, моя клава не розовая, она фиолетовая. Я не знаю, но выглядела она розового цвета. Она выглядела розово. Я если найду, я тебе потом видосы подскину. Скинешь. Хорошо. Ой-ой-ой, я тебя защищу. Скелет. Лоха. Да ё-моё, защитит он меня. Ну убил-то я. Молодец, вот, кстати, слушай, смотри, лавовое озеро. Редстоунчик. Да, вот он здесь, ну-ка, он здесь ребят, полезен там вообще? Редстоун? Да, редстоун тут весьма вообще важен, очень. А, то есть, да. Мы вниз спустились, Петь. Так, слушай, погоди секундочку, сейчас я, во-первых, рюкзак поскидаю, что мне это... Что, кстати, у меня много рельсов. Вот слава богу, здесь нет такого ощущения, что вот гравий падает под тобой, потому что, блин. Так, какао-бобы? О, какао-бобы я оставлю, пускай. О, будет. Чувак, тут редстоун опять. Одна штучка. Клёво. Слушай, а у тебя тут металлургии нету или есть? Металлургии? Нет. Нет. 38 страниц редстоуна. Ядрит Мадрид. Охренеть. Ребят, мне столько что из замороженного блока выпала книга. А, это нормально. Замороженный блок, он случайно дропает вообще хоть что угодно. Так,
Ну, так понимаю, в большей части он нужен как Forestry, да, я так понимаю? Кто-то, а потом голову, голову, Forestry. Да. Forestry мне нужен, я как бы его распахивать да хочу. Да мы про Redstone. Я понял. А, без проблем. А ты знаешь, да, как чел скрещивать? Нет, я пока что вообще эту тему не затрагиваю. Я просто смотрел серию этого самого LZG Let's Play, этот как у них назывался? Жара. Который, вот жара, да. Я смотрю, и они никак не могли пчел скрестить и понять, что там, как делать. У меня есть мод аддон, который я скинул как раз лазуритным гномом, и они поставили на свой сервер гномбро этот аддон. Называется он Ней Аддонс, если не ошибаюсь. Он показывает, как скрещивать пчелы, что из них исходит, с каким процентом. И как Лёва. Они скрещиваются с каким процентом. Лёва, скинь потом. Без проблем. Это нужно он будет поставить. Он очень интересный. Да я время от времени забываю, что ты с ними общаешься так. Да и самому в летсплее у меня был он, блин, забыл правила, не копай под себя, нечаянно его чуть не использовал. Да какая разница, ты же в воде. Именно. А, ну, вообще-то я был рядом с водой. Был рядом с водой, да. Так что, плевать. Немножко на копай, не копай. Главное, чтобы шутники и админы на сервере не включили... Слушай, а ты не в курсе, золото вот у вас здесь нужно, я просто... Золото просто золото... невероятно нужно. Офигеть, как нужно. Ну, вот это слава богу, потому что я не люблю такое, когда что-то не нужно. Тут вот нужно в Грейк Тэтче как раз такое правило, нужно. Все нужно. Но в Грейк Тэтче вообще, знаешь, там какая-то штучка такая желтенькая, такая дурацкая фигнюлина. Так, чужой спаунер тут нашел и все. У нее, короче, химическая формула. Ой-ой-ой, голем, господи, голем, иди отсюда. Голем, голем, весело, да. Сейчас приду к тебе. Ой, не залагал, но я его убил. Спасу. Смотри, а вот его блок, который не поставился. Это нормально. Его нужно сдвинуть, короче, в нем походить, и он дропнется. А я забрал. Смотри, вода. О-о-о, ребята, это я поставлю в этот в полочку для ачивки. Смотри, что у меня есть. Вода был, а как? А ну как, голем он кинул. В руки его взял, голем кинул блоком воды, да. Лол. То есть это так можно. Да я когда сборку тестил, я встал. Пойдем к бедроку и поставим голема как-нибудь. Он нам бедрок весь сыпет, наверное, да? А нет, я не думаю, что он будет бедрок колупать, знаешь. Я тоже так не думаю. Ну, раз он блок воды колупает, знаешь. О, вагонетка. А, ты уже дропнул. Блок воды. Нет, и блок... Нифига она не дропнутая. Ладно. Так. Уже дропнутая. Надо рельсы собирать. У тебя же рейлкрафт, что-то я совсем... Да-да-да, рейлкрафт. Во, факела, близ. Шейдерами факела еще как нужны. Да. Тут я вообще не понимаю. Вот у меня другие шейдеры, в них был глюк такой, что свет пробивался сквозь стены во время рассвета и заката. Вот, и поэтому ну, в пещере знаешь, нет, ходишь... Почему? Здесь то же самое есть, ну, потому что здесь блики. А, бликов нету, да? Здесь еще как есть, они здесь очень красивые. Не, я имею в виду, у вас же тени отключены. А, ну в да. В этих шейдерах, вы же переделывали их. Вот, это как раз из-за не, того... мы переделали, вообще-то мы нашли их и подделали, убрали воду, тени убрали и колыхание листвы, и я все. Я про то и говорю, так вот это из-за теней происходит. Эта тень пытается пробиться через стену, и получается, что моргает стена, и внутри пещеры иногда становится светло. На секунду, полторы, на две. Причем, знаешь, иногда это бывает прям постоянно, в течение минуты, допустим. У тебя каждые там 2-3 секунды становится светло. А уголек, что будешь копать так? Я думал, удачи будешь, ну ладно. Кирки... Я, во-первых, опыт набиваю, у меня уже 32-й левел. А, нет, у меня первый. Слушай, у тебя нету банки сохранения опыта, куда кидаешь свой опыт весь? Нету, а это же мод, да, отдельный? Да. Слушай, надо поставить, вот это надо поставить. Сейчас у меня подписчики в комментах просто, наверное, сотнями будут писать. Это надо, обязательно. Баночку для опыта. Слушай, зря ты сюда не пошел, знаешь, я нашел еще одну вагонетку. Ух ты, слушай, это такая лопатка быстрая, лопата авантюриста. Так, я тогда она лес копаю. Она шустренькая, да. Это из этого самого. Forestry, я знаю. Да. Нет, но она в старых версиях была гораздо медленнее. То есть она нормально, была она как железный копает. Ну, это хорошо. Даже, по-моему, побыстрее. Я сейчас, кстати, скопаю. Скапываю этот самый. Нужен тоже? Гравий, да, потому что у нас стоит пульверизер, и у меня, и у Пети, и пульверизер делает сразу этот.
Да-да-да. Этот самый. А там... он будет нужен, потому что лук, стрелы, здесь, знаешь, огры, когда спавнятся, это печально. Ну, я пока не в курсе, но слава богу, что они блоки разрушают вокруг себя. На самом деле, с одной стороны, бывает даже интересно, что не нужен объект в Майнкрафте, очень нужен с модом. А это знаешь, тоже... это клево. Это клево, да. На самом деле, огры. Да. Вот ты встретил огра и пошел, и ведешь. И он тебе вместо нескольких холмиков чистую ровную площадку делает, понимаешь? Потому что он просто будет идти, и вот землю это, архитекторы. Такие, знаешь, точнее, не архитекторы, а это, знаешь, как эти... У нас любят в России. Я понял. Приезжать. Слушай, а у тебя здесь есть такой голем, который собирается из блоков? Да-да-да. Да. А, вот, ты видел маленького, да? Да, видел. Это, короче, это мини-вариант. Ну, это я понял, да. А вот есть большой, который собирается из всех окружающих блоков, по-моему. Да-да-да, это вообще жесть. Так. Но с ним весело. Мне нравится такая тема, правда, я их пока что здесь не встретил. Но я встретил аж 4 или 5, когда тестил сборку, так что все еще впереди. Релик скраб, ну-ка, вот что-то делается. Ух ты, делается анализатор какой-то. Ух ты, анализатор, интересно. Анализатор это извлекает из останков динозавров ДНК. ДНК, да. А ДНКатель, я не знаю, как он оригинально называется, почему-то мы так начали его называть, вот. Имею в виду нашу конфуз неизведанного мира. Угу. Вот. Он яйца делает, но он пипец их как долго делает, реально, там прям ждать надо. Ну, знаешь, пока что я не удивился тому, что как тяжело делать броню из армор ассемблера, из мода этот, который добавляет апгрейды для ИК брони, помнишь, да? Ты видел, нет? Это какие? Там надо армор ассемблера, это смотри, помнишь, где можно на нано-броню джетпак плюс этот прицепить, да? Так вот, они с новой версии добавили Armor Assembler. А те, кто смотрит меня, знают, вот. Я не понимаю, что у меня сейчас произошло, но котором... у меня черный экран. Вау! Странно, вот. Я взял факел, и у меня стало светло. Просто, понимаешь, черный абсолютный экран, вообще все пропало. Вот, ну, в общем, послушай. Этот Armor Assembler, он добавляет такую вещь, как бы немножко утяжеляет этот мод. То есть теперь надо как... какой-то апгрейд, который ты сделал, да, допустим. А, погоди, он вес добавляет. Нет, подожди. Тут паук так в темноте светится. Знаешь, у него глаза светятся, а сам он темный. Это реально так стрёмно прям смотрится. Ну да. Причем, в общем, ставишь этот армор ассемблер, тыкаешь в него 2 апгрейда и ждешь 40 минут, пока эта броня сделается. О, боже мой. Не, просто я сначала, ты когда сказал что-то там про броню... Я тебя не понял немножечко. Раз. Сначала второй, подумал... этот мод после своего изменения, он совсем начал крашиться. У меня, как сказать, на клиенте столько вылетов было с этим модом, просто не представляешь. Он, его лучше вообще ни на какой сервер не ставить. Кроме, ну, лично вот такого вот. У меня такое чувство, что сервак тоже падать будет. Ладно, так, Вова, ты где? Я тебя найти я здесь, не могу. Я нашел одно золото. Ну, я здесь, только я ты в где? Здесь, в пещере. О, я вижу кого-то, по-моему, или не кого-то. Я вижу тебя, да, ты бежишь как раз навстречу мне. Так, давай я тебе предлагаю пойти поискать Петю. Пошли, конечно. Петь, ты где? Вот по миникарте. Мы находимся, знаешь, по миникарте в правом верхнем углу на полянке возле твоего дома. Ну, по сути, лучше бы вы Voxel Map поставили. Там показывается, где игроки находятся на карте. Да, можно, конечно, было бы. Ты ее... переделай, чтобы она пошла со всеми этими модами. А, то есть она не идет, да? Да. Понятно, ну окей. Там можно, да, вроде как-то настроить даже. Так, что, пошли? Давай, только ты мне скажи, где его искать-то. Сейчас, подожди. Я пока паутинку пособираю. Ну давай, я тоже пособираю. Слушай, кстати, я не знаю, может, мне кажется, но она, по-моему, раньше медленнее собиралась. А, я ее каменным мечом собирал, понятно. Ну, это да. Но она, кстати, с помощью какого-то мода даже киркой собирается тяжело. Ой, не киркой, а мечом. Во. Так мечом он так собирается. Она сейчас, да, железным мечом быстро собирается, а с помощью какого-то мода она собирается долго. Ой, а крыса, смысл? Господи. Крыса, да, крыса бывает тут такое. Я в курсе, нет, она просто, я думал, я сейчас такой думаю, я отличусь от Вовы, нормально спущусь. А тут бах, и крыса мне все испортила. Поэтому... А, на тебя стукнуло, ты упал, да? Да-да-да. Бывает. Они так любят делать.
Нет, ну вот того паука я очень, как ты знаешь, не то что испугался, а прям так удивился. Ну я понимаю, знаешь, темнота и вдруг глаза. Да, реально стрёмненько выглядит. Я такой сначала думал, господи, какой-то новый моб, что ли. Смотрю, оказывается, да. Это... Петя, ты у нас чуйка? Скажи, сколько мы снимаем? Ну, по-моему, на паузу легче поставить. Нет, ну у меня другая программа, жалко, вот в ней не показывается. Я помню, как эта программа была при записи, показывается прямо вот в, ну, на табличке, где показываются кадры, секунды, все это, да? Да. Плюс при этом показывалось, сколько ты минут снимаешь, и вообще можно поставить. Ну, таймер, это, в принципе, это уже что-то, давно это PlayClaw может? Может быть. О, этот, слушай, давай убьем оборотня. Да-да-да, сейчас, о, оборотень. А, кстати, ты знаешь, его золотым мечом быстро валить? Нет, я, он, я именно, его тебе он дарил. Человеком был, поэтому я его и не тронул. Не, просто понимаешь, тут такая тема с золотым и серебряным мечом. Быстро валить. О, я нашел серебро, клево. Стоп, а есть серебряный, ну-ка, силзер. Серебряный меч вываливается, сильвер-скелетон. Есть сильвер, ринг есть, наггет, да, сильвер-скелетон, сворд. ССС, короче. Да. Прикольно. Сильвер-скелетон это такой моб, из него очень редко дропается серебряный меч. Большой такой тесак серебряный, знаешь. Ну вот ты мне лучше по сути расскажи, как он по силе. Ну, кроме того, что он оборотня очень больно бьет. Он обычный по силе, он может чуть-чуть лучше, чем железный. Вот, но он очень быстро бьет оборотней, а насчет огров я ничего сказать не могу. Ой, Вова, вот он твой сильвер скелетон. Блин, ты вангуешь. Хватит. Ай, вот он. Из него кость выпал, короче. Ну, кость, да, это самый частый с него. А так, кстати, я реально вангу сейчас, подожди. Слушай, а мне кажется, Вова, или у тебя здесь... Нет, что-то я уже забыл сказать, что хотел. Забывай, так? Слушай, знаешь, мне... у нас так получается в последнее время. Вот у нас предыдущая серия была, по-моему, минут на 40 или на 45. Сегодня мы снимали... На 30, буквально... На 35. Вот сегодня мы снимали... Не, я имею в виду, которую сейчас с Настей сняли. Я понял. Вот. Так, я тут... Короче, долгие получаются серии. Я согласен, вот, но у меня темные, знаешь, потому что у меня... Ух ты, Вова, прикинь, чё? Хожу такой, либо это у меня дальность прессовки, нормал. Короче, вот, иди ко мне. Вау, слушай, а тут лед. Не, иди ко мне. Ты не понимаешь, я понял. Водой в пещере и под водой лед. Ты рядом со мной, стой, Вова. Убери факел, пожалуйста, здесь такое ощущение, что здесь туман. Иди в мою сторону. Вова, правильно идешь. Вова, правильно, иди дальше, иди. Ты сейчас рядом будешь. И почти, вот я уже выкопал. Сейчас, погоди, у меня тут этот... Спустись ко мне. Замороженные блоки. Ты просто охренеешь от красоты вида. Охренеть, я даже вот заскриншотил это. Иди ко мне, ты сзади. Поднимайся и прыгни ко мне. Ой, посмотри, ё-моё, сюда. Я вас вижу. Красота. А это, да, же вода. Это вода и туман, то есть эти шейдеры, блин, но они такие крутые. А у меня дальность прорисовки близкая, поэтому у меня... Нет, у меня нормальная дальность прорисовки. Ой, ну в смысле сейчас... не близкая, а дальняя. Нормал, у меня нормал именно стоит сейчас. Вот, и прикол в другом... Нормал плюс 32, по-моему. Сейчас даже нормал плюс 32 поставлю. Ребят, мы снимаем уже 23. Ой. 23 мало. Я знаю, 25 давай. Просто вот на нормал, если поставить, то можно удивиться красоте. Реально красиво. То есть туман такой, такой мягкий туман. Так, погоди. Прям. Это вот поставь нормал и посмотри. Как будто, сейчас, знаешь, херабрин сейчас появится. Нормал. О, вау, вот точно. Отойди, пожалуйста. Красиво, да? Да, клево. Так, ладно, давай, пойдем дальше. О, здесь пещера. Осторожно. Да тут везде туман на нормале. А почему? А, не знаю, факелов мне нет. Это нравится. Знаешь, но мне это нравится. Понимаешь, факелов нету. Ха-ха, я вышел из своей старой пещеры, пипец. Так. Ну, клёво. Слушай, а вот такая бело-голубая руда, это серебро, да, Вова? Погоди, а у тебя блоки высвечиваются наверху посередине, на которые смотришь? Ты мне сейчас говоришь? Да. Не знаю. Нажми, инвентарь открой. Снизу options, и третья слева кнопочка, что написано? Recipe mode. А, третья, block item ID setting. Да, слева. Слева, значит, третья, high ground tips hidden. Нажми на нее. Сейчас.
Я в курсе, да, но я ее вырубаю, она мне немножко нет, мешает. Нет, она здесь по-нормальному находится. Камень. Ну, короче, это была, сейчас скажу, Сильвер, да. Да-да-да. Но суть-то, видишь, в чем? Она здесь находится по центру. То есть это поправлено. Потому а что... можешь как, можно как-то изменить вообще это самому? Потому что у меня в LP на этом месте просто находится название сервера. То есть это именно мой друг Evil Engineer раскодил такую вещь в кодер-паке. Есть такая вещь, может, знаешь. И вот на этом месте всегда, даже если F3, ну, то есть F3 убираешь, ставишь, будет видна такая вещь, как название сервера и название проекта. Осторожно, под углем лава. Я в курсе, поэтому и не лазю. Так, чё, давай выбираться, а то мы как-то накопали, и так и будем тут сидеть. Давай, в принципе, ничего интересного. Так. Я предлагаю просто копаться вверх, мы на 21 блоке, у меня еще 123 использования кирки. А у тебя? У меня 31, так что я буду в экстренных случаях, так скажем. Окей. А у тебя две железных кирпи, нет? Одна? Одна. Ой. Ой-ой-ой, у меня лаги, Вова. Я сейчас задохнусь. Погоди, сейчас. Да. Погоди. Так, давай я перезайду, попробую. Не, я воду отключил. Это просто... Нажми Escape, настройки... Подожди, я видео сейчас выключил, сейчас включу заново. Погоди, нажми Escape, настройки управления. Вот, и сейчас я буду объяснять всем, включая моих зрителей, вот, как что поменять. Вот, у нас здесь стоит под табом, где Sprint включен, F9 кнопочка, изменить конфигурацию. Вот, да. Ну, можно ее поставить, например, на кнопочку равно. Вот, это равно. Ну, либо на дефисик. Вот, на дефис. Я так и сделал. Я на дефис поставил. Я на равно. Вот. И... Так, а тап это двойной спринт. Точно, это же очень круто. Вот, все. Короче, смотри. Видишь, ты нажимаешь на дефисик или на равно, что у тебя там, да? И у тебя вылазит, что смарт-мувинг меняется, да. Вот, лучше выключи. Выключи, потому что в воде ты со включенным смарт-мувингом начинаешь плавать по-пластунски, и начинаются жуткие лаги, когда ты на лестнице вода. Дергань идут. Так, а вот здесь уже можно врубить, потому что он здесь полезен. А вот здесь мы сейчас опять полезем вверх, поэтому смысла особого. Во-во-во, вы где по координатам? Мы, видишь, песчаные пляжи. О, вижу вас. Мы вот тут вылазим наверх. Сейчас вижу побежали. Вижу вас. Вот он, Петя, привет. Чё, пошли? Слушай, а чё вы все такие зеленые прям? Кто из зелёных? А, ну Петя зеленый. Кстати, Петя, сними круточку. Покажи ему, какая у тебя спина. Понятно. Ай-яй-яй-яй, я горю. А я не горю. Я только сейчас умру. А, нет, не умру. В принципе, хп много. Ну как тебе, Петя, на спина? Ну, нормально. Извиняюсь. Блин, мне броня скелета прикалывает. Я, здоров. Тащусь от нее, знаешь. У меня даже какое-то ощущение есть, что я на старый скин вернулся. У меня же когда-то скелет был. Ну да. А вот прикинь, да, взять скин скелета, одеть вот тот. И плюс этот еще. Блин, реально туман. Офигеть. Так, где, ребят, в какую сторону пошли? Мы уже выбрались. Вот, Вова, видишь мой ник? Вова. Вверх посмотри. Да, давай. Вот. Да ё-моё. Тебя стукнуть? А. Тебя стукнуть? А, вот ты где. Ну вот ты. А, капец, меня так насморк достал, если честно. Ну, у меня почему-то тоже начал болеть. Так. Давайте, я предлагаю поспать. Так, я предлагаю включить, наконец-то, грёбаный лизер. Я тигра уничтожу. Лазер, экстерминейт. Знаешь, на доктора кто подсел? Не смотрел. Ложитесь. Ложимся, да, я. Да, сейчас я тоже кровать. Так, кроватка, ставим. Спать. Да, запрыгнуть на меня нужно. Все залезли. Слушай, там скорпион кровать сливает, чуть не сказал. Крову сливает. Скорпион слил корову, а я слил скорпиона. О, у меня коготь скорпиона. Слушайте, из них охрененные вещи падают, я и забыл. Какие? Из скорпионов, я отравился, господи, забыл. Из них выпадает этот, как он, какая-то хрень, короче, из которой броню можно делать вроде. Это жало.
А, жало, ну вот. Так, ладно, я сейчас. Кто-то подобрал сложу. Жало скорпиона. Ну, молодец. Классно сказал, да. Что. Ну, ой. Жало скорпиона. Нет, не выпало, не выпало. Так, куда да, весь мусор вообще можно положить? А мусор вообще тут... везде. Какие, что стакается, то сюда ложим вниз. И вверх. Жалко, что у вас Маус Твикса не стоит. Я бы поставил, на самом деле, очень полезную вещь. Да я просто, зажал, как ты знаешь, его у меня не было на эту версию. Я его не стал почему-то искать. Вот, но Маус Твикс, ну, я тоже поищу. О, ты можешь сложить руды все в мой пульверизер? Слушай, я так и не понял, ты зачем нам водичку-то дал? А, мы типа побухали? Да. Перед тем, как в шахту пойти, что, для храбрости? О, слизь. Сейчас я еще раз. Че, пошли? Пошли куда-нибудь? Пошли буханем. Ровки, я сейчас коровок порублю тут немножко. Слушайте, а чего вы улья не собираете? А пока что... Да пока что это Forestry пока никто не задевает. Не до этого, да. Коров все мочат, вот дают. Индусы в обиде. Не, ну правда, святое существо все-таки. Ну, святое у них, у нас это еда. Святая еда. Ну а что, реально, святое только у них. А вот если я сейчас вот этих мочу, как у гусениц, интересно, я что-нибудь чувствую, вообще задеваю? Наверное, ихние. Да, наверное, уже ихние на местах. Ребят, это клево, у меня есть две собачки. А, я знаю, чьи я чувства задеваю. Bear Grylls. Точно. Че это? Кто знает, тот поймет. Ребят, у меня три собачки. Так, ладно, я хочу косточки, тоже хочу собаку. Мне так нравится, за мной собаки бегают. Да ты вообще погнат ее, слушай, собачки. Вова, а я имею право чужих собак кормить просто? Не смей, это мои собачки. Не знаю. Со второго раза собака приручилась. Клево. У меня третья приручилась одной косточки. Вова, я тебя сейчас догоню. А я предлагаю побежать ко мне в домик. Вова, 32 минуты. У меня 4 собаки сейчас будет. Ну это хорошо, Бодает, бодает. Опа. Петя, я побежал. У меня 4 собаки, Вова. Я тоже побежал. Сколько тут всего? Слушай, Вова, ты не знаешь, а вообще кости тут очень нужны, нет? Расскажи мне. Для брони. Кости офигеть сколько нужны, знаешь почему? На этой версии, если хочешь что-то вырастить, да там не, вот, там что тут да, в три этапа все растится. А, в три стадии. Не знаю, да. Так, я сейчас. Слушай, собаки тигру сливают, ты прикинь. Лол. С нее выпало 2 зуба, пойду подниму. Лошадь, вот жалко нет седла, было бы круто. Ты где? Я на поверхности хожу, вас жду, думаю, где вы. А я к дому поплыл. А, к своему назад, да? Да-да-да, я поплыл к дому. Но мне я тогда лодку сделаю, ладно. Хотя толку от нее ноль, ладно. А, блин, я же смарт выключил. Я-то думаю, что за фигня? Почему я медленно плаваю? И я вот тоже сейчас об этом. Ускорение не работает. Ребят, реально, уберите с F9. Вот как я сейчас на серии недавно делал, когда был в пещере. Странно, я смарт-мой... А, вот, все, врубил смарт-мойку. Я что-то смотрю, у меня все равно как-то как... мовно на дно плывет. Сейчас вроде ну, все нормально. Просто не на дно. Вот. Угу. Лошади просто большие. Куда смотришь, туда и плывешь. Ты смотришь, все равно что-то плывешь и плывешь. Вот. 33 минуты. Рыбки. Класс. Рыбки. Причем разноцветные. Нет, они прикольные разноцветные. Рыбки тут реально классные. Знаешь, что самое клевое? Клявые. С них... Клявые, да, клявые. С них можно яйцо выбить и себе рыбку сделать. Ага. Еще нет, меня другое интересует, Вова. А медведи едят рыбу, когда на берегу стоят? Потому что они здесь очень часто, я смотрю, на берегах. Не-не-не. Я не замечал. Мне кажется, не едят. Было бы круто, но главное, чтобы медведи... Так, подойди, а у моих собачек у всех хпшечка? Знаешь, Вова, я думаю, что это было задумано, потому что медведи в основном спавнятся возле воды, если ты заметил вообще. Это раз. Возможно, да. Слушай, а как вариант, знаешь, возможно, добавят, что медведи будут рыбку есть. Ну ты себе представь, медведь такой плавающий в воде, да, такой? Купается, не вылазит. Так это же клево, ты прикинь, медведь. Да не, ты идешь, нет, а нет. У реки медведь рыбу ловит. Это же так классно было бы, реально. Ну это конечно, да. Знаешь, ты такой подбегаешь, а он только жрать ее, а ты подбегаешь и хлобысь ему, короче, по башке. Хлобысь второй разочек. И все.
И твоя рыбка. Всё, я загнал, я никто не слово ставить, блин, я только что. А я тут на эту, на гнилую лошадь напал. Это. Ой, что за нахрен? Все, пофиг. Она что, это лошадь, которая съела слизня? Нет, это гнилая слизневая лошадь, короче, из нее слизень выпадает гигантский. Вот. Это, короче, лошанатор, да, какой-то термин? Я, короче, ребята, я вас вижу. Вижу. А, ты давай, пошел прыгай, за прыгай, нами, да? Прыгай, видишь наверх, смотри. Смотрим мы наверх, видим. Ник, так, я, погоди, сейчас полечу собачек своих. Я вообще не трогал собак. Я чуть не спрыгнул с опрыва. Точнее, собаки меня, наоборот, не трогали никого вроде. Главное, их не стукай, а то они... Можете прийти ко мне? Ну, я как бы поднимаюсь. Как вы поднимаетесь, есть. Я, короче, вам покажу одну плюху. Это не проработка, короче, не продумали. Я такой сейчас поднимаюсь, и собака на меня так смотрит, так мило-мило, прям вообще, знаешь, прям в лицо в мою. Что не проработали? Знаешь, разработчики милое лицо коровки, такие косые глаза. Так что разработчики Билдкрафта не проработали? Ну смотри, иди сюда. Иди сюда, бери пузырек. Короче, набирай нефть, и у нас, смотри, что, у меня вода из нефти. У меня нету пузырька. Короче, можно нефти попить. А, да? Да, скинь пузырек, я попью нефти. Напей нефть. Да вы добрые, два пузырька сразу. Да, двойная порция. Ах ты, ты коза. Опа, смотри, намочат твоих собачек. На нафиг. Мои собаки забрались. Как настоящие. Как настоящие. Ладно, ребят, стадо. Пойдемте еще 300 метров бежать. О! Нифига! Я чуть не спрыгнул тут. Слушай, нефть-то смотри, как течет, капец. Да я видел, я тут просто ходил. Сейчас погоди, я чуть деревья, главное запомнить, где они находятся. Вова, слушай, а ты у тебя здесь трекапитейтер, да, стоит? Да. Конечно. А, не, ну я просто не знаю. А, ё-моё, у меня 3 сердечка осталось. А я климбом пытаюсь пользоваться, но у меня ни хрена не получится. Блин, псы-то тоже падают, блин, обидно. Так, ладно, я побежал. Я, короче, плыву. Давай, я бегу. Слушай, а ты точно плывешь или ты идешь? Потому что у меня... Он плывет. Это баг мода этого. А может, ты на сервер просто не поставил? Нет, я поставил. На 1.4.7 не было этого бага, а на 1.5.2 почему-то есть. Почему-то он опять остановился. Чё? Вова в таком красивом месте поселился, кстати. Реально, тут такой прикольный вид биомов. У тебя так здесь это тоже спавн. Три биома. Это 100 метров от спавна. А, ну, в любом случае, есть. Красиво тут три биома. Я специально спавнил миры, пока не дождался такого, где будет лес этот. Потому что я очень люблю этот лес. Цветовый. Да, он действительно красивый. Я его почему-то называю осенним. Слушай, лесом. Я тоже так думаю, кстати. Может, он так и называется? Нет. Ну, вообще, это больше похоже на саванну, честно скажу. То есть, присаванный лес, так скажем. Потому что там такие же цвета, если ты знаешь. Там луга, и все желтоцветное такое обычно бывает. Ай, меня рыбы кусают, блин. Хугу, иди отсюда. Так, ну ладно, мне пофигу, я это принес золото. Рыбная рыба. Я собрал. 4 собаки так в ряд плывут, знаешь, как Хаст, когда этот... Это что было? Не, стой. Это я просто... Я думал, это собака сначала, потом прислушался, ты Петя. Не, это... Да не... Короче, Я просто этот... Возле пещеры оказался, короче... Ты чихнул? Или, ты испугался пещеры? Это я ртом. А, хорошо. Не, просто мои зрители сейчас видели, что я упал прям в пещеру огромную, прям и в воду прям так низко, где-то уровней на 10. Вова, у тебя не дом, а загон. Я, кстати, дошел до твоего дома. Я тоже почти дошел. Почему загон? У меня. Ну, потому что у тебя начинается, так как за загон. Нет, именно все вокруг. Ну, я так понимаю, у тебя такой. Это крепостная стена, типа. Нет, понимаешь? Знаешь, я заметил такую закономерность. Первый летсплей. Дом нормальный стоит. Угу. Вот. Но это как бы не в счет. Ладно, первый летсплей, это и есть первый летсплей. Дом обычный, самый стоит на земле. Угу. Вот. Неизведанный так, мир. Подожди. Неизведанный мир. Первая сборка. Ой, а который рюкзак выкинул? Я, чтобы ты разгрузил вещи правильно. А,
Хорошо, которые окей. Там этот из рут именно. Окей, окей, да. Вот смотри. Неизведанный мир. Первая сборка. Дом на дереве, в небе. Неизведанный мир. Вторая сборка. Дом на земле, но утоплен в землю на два блока, то есть чтобы окна были на уровне с землей. Следующий летсплей. Кругосветное путешествие. Дом под землей. А. Не, ну знаешь, ты кстати, знаешь, дома под землей я очень люблю почему-то, не знаю. Ребят, ставьте вот тут две кроватки. Так, кровать, нет кровать сейчас. Ну вот, поставь кроватку и ложитесь спать, а я тут лягу на свою кроватку. Да, у нас здесь какой-то этот... Нет, 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 я сейчас вспомнил. Не спальня, у нас здесь... А чьи собачки? У нас чьи общежитие, собачки? Короче. Это мои собаки. А что? Садите. Кровать стоит, и над ней табличка. Тут страх великий. Да, 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 да. Класс. Весело, чё. Так, чья собака? О, ой, моя собака танцует. Где там наши летсплейщики? Мне интересно, не размножились ли они. Все танцуют попами. Ты бы видел, как моя собака танцует. Где наши летсплейщики? Так, Лиза, Ложка, Евгеха, Шмальц, Челлендж. А Гагатун вообще ускакал вниз. Мне страшно. Слаймхайт тут бегает. Челлендж попоц. Гагатун пошел анбоксинг делать. Евгеха к Гагатуну пошел. Все. Так. Ты все разгрызл, да, Вова? Нет, еще не все. Погоди. Слушай, а как открыть их? Я просто могу ошибиться, нечаянно вообще сломать полку, либо еще что-то. Пустым слотом основного инвентаря кликаешь, зажав shift. А, слушай, а не надо shift даже зажимать. Нет, пустым, если по пустому кликаешь, а если по полному кликнешь, то выпадет. А, все понял, класс, Вова, спасибо. Вова, 41 минут, ты не издеваешься, ладно, нет? Ладно, ладно, так, уважаемые зрители, давайте... Точнее... Да. Давайте, точнее, вы, ребят, ну, давайте заканчивать. Что ж, на самом деле, я добрый. Я на этом, в общем, со всеми прощаюсь, говорю всем не удачи. Ты, а мы. Всем пока, всем счастливо, ребят. Ну да, всем пока, спасибо удачи. За просмотр, ребят, всем.